Паводок миновал еврейскую автономию. Стихия не нанесла существенного урона хозяйственному комплексу. Об этом говорили на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Еще в первой декаде июля из-за постоянных осадков на реках Преамурья сформировался высокий паводок. Он вызвал интенсивный подъем Амура. На гидропостах вблизи сел Нагибово, Ленинское, Нижнеспасское уровень превысил показатель неблагоприятный на 70 сантиметров и даже на метр. 7 августа большая вода наконец-то сместилась вниз по течению Амура, и угроза миновала. На территории области работали 8 оперативных групп, которые следили за ситуацией. Для своевременного оповещения информирования населения о складывающейся оперативной установке путем подворовых обходов, размещением объявлений на информационных стендах и непосредственно вручением памяток. Был проведен весь комплекс превентивных мероприятий, а именно в соответствии с планом мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2018 года на территории области была приведена в готовность группировка сил и средств территориальной подсистемы в составе более 1100 человек, более 260 единиц техники.